Всем привет. Что-то сегодня технически опять какая-то заминка немного получилась. Я разослал ссылку на предварительную трансляцию. YouTube мне ее выдал такой, но в итоге почему-то, когда началась трансляция, по ней пустота. Ссылка видоизменилась. Я уж не знаю почему. Я не силен в трансляциях на YouTube. Для меня это несколько новая веха в развитии паблика, поэтому буду разбираться. Ну, в любом случае, вы сможете посмотреть то, что я буду сегодня показывать в записи. Начнем, собственно, с чего? Начнем с вопроса, который достаточно часто мне задают. И он будет полезен всем, кто не знает, как работать с примитивами в Photoshop. Примитивы — это векторные объекты. Сейчас объясню. То есть вот эти вот фигуры, прямоугольник со скругленными краями, круг, полигон, линия и различного рода фигуры. Тут они заданы определенные в фотошопе, можно загрузить больше там. То есть тут сердечки всякое такое. В большинстве своих работах я работаю с плашками вот такого рода, квадратами различными. То есть такими вот. И как их редактировать. Есть, конечно, и более сложные плашки, но чаще всего я их рисую не в фотошопе, а в иллюстраторе, перетаскиваю в фотошоп. Можно это, конечно, делать в фотошопе, но мы начнем с простого. То есть каким образом редактировать, допустим, менять цвет на вот этих моих плашках, чтобы было понятно. Сейчас я возьму какую-нибудь картинку. Так. Ну, допустим, у нас есть какая-то картинка, поверх которой наложена плашка. В моих шаблонах это очень часто встречается. И плашка изначально, допустим, там я, пусть будет синего цвета. Вы хотите поменять на свою картинку и изменить цвет на плашке. Самый простой способ, как это сделать, вы кликаете на пиктограмму, не на сам слой плашки, сейчас мы ее назовем, чтобы не путаться, плашка 1, не на сам слой, а именно на пиктограмму, и выбираете нужный вам цвет, либо в палитре, которая у вас выскочит цветовой, который вам нужен, либо берете пипеткой пробу с изображения, такой вот, взяли пробу откуда-нибудь с лица. Тогда будет более корректно, допустим, совпадать с цветовой гаммой самого изображения, если цвет взят откуда-то с этой картинки. И таким образом меняете. Кроме того, как еще можно менять и редактировать цвета в плашке? Выбираете сам инструмент этих примитивов, и вот сверху есть несколько параметров. Вот фил заливка. Есть заливка сплошная цветом, то есть вот так вот. Либо вот тут вот показаны все последние используемые вами цветами. Цвета, все, которые вы использовали в последнее время, допустим. Можете тут выбрать. Либо можно поставить градиент. Градиентную заливку. Точно так же здесь дважды кликнуть, и появится вот такое вот окошко, в котором можно редактировать это как градиенты. У меня стоят градиенты по умолчанию, но можете загрузить либо свои, либо точно так же редактировать это. Допустим, там из темно-синего в голубой вот в такой. Соответственно, здесь можно менять угол градиента. Он по умолчанию стоит 90, то есть от снизу кверху идет наш градиент. Можно сделать реверс, то есть темная сторона будет наверху, светлая внизу, либо реверс сделать, нет, не так, так, минус 90, что ли, получается, да, минус 90 градусов, либо вращайте, смотрите, как вам конкретно нужно, вот таким вот образом. Здесь есть уровень самого эффекта, ну, то есть там либо он 100%, и тогда он будет показывать четко вот от темного к светлому, либо он более увеличенный будет, и вот сейчас больше светлого, например. Также здесь есть привязка к слою,
Вот, допустим, ставим 100, 0 градусов. И если выключить привязку к слою, то вы можете просто стрелкой тягать, чтобы вам удобнее выставить. Вот, допустим, сейчас будет больше светлого, меньше темного. В эту сторону тянете, соответственно, наоборот. Меняете угол, точно так же то же самое происходит, только под другим углом. То есть вы можете вручную выставить уровень, где у вас будет больше темного, больше светлого. То есть таким образом. Дитер, обязательная галочка, чтобы стояла, она убирает возможные полоски. Они, конечно, все равно слегка остаются, но полосит меньше. Когда градиент такой вот как бы побитый на полоски. Поэтому желательно это оставлять. Есть также, помимо линейного градиента, есть радиальный. Ну, соответственно, от центра по радиусу к краям. Здесь поменяем, допустим, от светлого к темному. Сделаем 75, допустим. Нет, 50. Вот. Получится, допустим, вот таким образом. То есть будет такой, как точечный градиент переходящий. Таким образом можно быстро редактировать плашки с градиентом. Точно так же здесь есть обводка. Но в данный момент у меня обводка выключена, стоит вот такой вот значок. Можно включить обводку, задать ей количество пикселей. То есть, допустим, там 15 пикселей будет толщина обводки. И точно так же задать какой-то цвет. А, например, саму плашку, цвет плашки выключить. Получится у вас обводка, ну вот белая, допустим. Это может быть для чего-то там использовано. Для какого-нибудь изображения. Ну вот так вот. В этой обводке, в плашке можно что-то написать там, допустим. Редактируется. Угу. Вот обводку редактировать немного посложнее. По-моему, пипеткой она не редактируется. Я, честно говоря, точно не помню. Можно редактировать либо отсюда, либо взять последний цвет отсюда, либо включить swatches. Ага, со swatches тоже не хочет. Достаточно редко это делаю, просто обычно я не пользуюсь обводкой, я делаю объект в иллюстраторе, перетаскиваю сюда и перекрашиваю. Мне как-то так удобнее, я привык. Но в целом с этим можно разобраться при желании и редактировать таким образом. Что еще? Как еще можно редактировать? Можно дважды клацнуть по самой плашке, тогда появится свойство слоя, и перекрасить можно тогда уже здесь. Здесь есть у нас наложение цвета, вот Color Overlay. Выбираете точно так же цвет, который вам нужен. И таким образом плашка, то есть, останется точно такого же цвета, как и была синяя, но поверху будет наложено свойство слоя, в котором вы замените цвет. Так тоже можно редактировать. Точно так же можно помимо цвета делать наложение градиента. Также его можно тягать здесь, если он выключен. Вот, Align with Layer. Точно так же здесь переключение линейный, радиальный, угол, Reflected и Diamond. Diamond это вот такой вот. Ну, чаще всего я использую линейные, но иногда радиальные градиенты. Scale. Scale вот здесь вот ползунок единственный, он упирается в 150 градусов, остальное вам нужно, конечно, прописывать вручную. Так. Ага. А, это он выставляет, в общем, предел. Хорошо, поставим 1000%. Тоже, опять-таки, я достаточно редко пользуюсь именно таким способом. Поэтому... как редактировать градиент отсюда, даже, честно говоря, не помню. Ну, пользовался, да, раньше было. Разберемся. То есть, чаще всего я редактирую именно просто таким вот образом. Сейчас clear сделаем. Редактирую прямо отсюда. То есть, я выставляю здесь градиент и редактирую градиент в самой плашке. Либо выставляю цвет, редактирую так. Как вариант, еще один из вариантов работы с плашками и покраски может быть... вот такой вот. Вы заливаете какое-то пространство, либо целиком слой заливаете, допустим, зеленым цветом. Ну, давайте целиком слой зальем зеленым цветом. И обтравочной маской прикрепляете к слою, к вашей плашке. Так. Поменяем цвет на какой-нибудь более спокойный. Таким образом. Точно так же можно и градиенты редактировать. То есть вы берете
какой-то слой, берете градиент, ну вот возьмем стандартный градиент, заливаете им слой, точно так же прикрепляете обтравочной маской к плашке. В этом случае углы и все тому подобное вы меняете просто тем, что крутите внутри плашки, в обтравочной маске крутите слой с вашим градиентом, увеличиваете, уменьшаете, ну, допустим, вот так вот будет под углом. Это тоже вариант, как можно работать с цветами и примитивами, как их можно редактировать. Какие еще варианты могут быть быстрой замены? Это нужно показывать, конечно, на большом количестве. Сейчас я открою файл, который сегодня выкладывал в паблике, покажу, как на нем это делать. Здесь пока предварительно. Вот снизу у фотошопа есть свойства слоев, вернее, такие, как, я не помню, как называется эта палитра правильно, adjustment layer. Выбираете здесь Hue Saturation, это цвет насыщенность, оттенок насыщенность. Единственное, его обязательно, если вам нужно редактировать цвет только в плашке, его нужно обтравочной маской прикрепить к тому объекту, который вы редактируете, или к группе объектов. Группа объектов, соответственно, должна быть в группе. Ну, вы должны, допустим, сгруппировать. Вот сделаем сейчас сразу несколько вариантов. Еще одну плашку внутри этой. Покрасим ее в такой цвет. Вместе они в папке находятся, группа. Назовем ее единица. И к ним прикрепляем вот этот вот фильтр. И теперь можете крутить верхний ползунок. Вы видите, что меняются цвета обоих плашек, но не затронута вот эта картинка. Потому что если не прикрепить обтравочной маской, то получится, что и картинка у вас тоже будет меняться. Это как бы нам не нужно. Кроме того, здесь есть маска. Изменив цвет, вы можете какую-то часть прорисовать, и у вас останется точно такой же, как был. Ну, то есть вот стираете маску, закрашиваете, и часть у вас остается в точно таком же цвете. Это для различного рода эффектов может понадобиться. Ну и теперь перейдем, наверное, к файлу, о котором я говорю, и как в нем быстро все поменять. Так, открываем сегодняшний файл с тюльпанами. И вот здесь у меня есть папка, она называется фон. Как раз именно в фоне здесь все остальные папки отключим, потому что все другие нам пока не нужны. Именно в фоне здесь разложены плашки векторные. Непосредственно сам фон. Вот он залит таким розовым монотонным цветом. И дальше просто прикреплены другие плашки, на которых размытость пера сделан. То есть изначально они вот так выглядят. Я размыл их вот на 75, и получилось такое пятно. То есть это можно кисточкой, конечно, сделать. Ну, вектор проще. Во-первых, он не меняет качество при редактировании. А мне нужно было сделать одну плашку, в которой я впоследствии менял цвет, менял размер, положение. Вот ее, чтобы было видно. То есть она так стоит. Следующая стоит вот так. И так далее. То есть вот у нас есть большое количество плашек. Если нам менять цвет общий, допустим, вам понадобится сделать цвет вот, ну, темно-зеленым. Так как они здесь в большинстве своем либо белые. Сейчас посмотрим, какие точно. Так, это оверлей. Ставим normal 100%. Вот черным плашка сделана черным. Единственное, я уменьшил на ней прозрачность до 40 и поставил наложение оверлей, это перекрытие. И оно получается, вне зависимости от того, как вы будете менять основной цвет
самой нижней плашки фоновой, они будут подходить. Единственное, вот здесь, по-моему, все-таки стоит розовая плашка. Сейчас посмотрим. Soft Light. Нет, белая. Ну, тогда получается, как бы самым важным здесь будет менять именно вот этот вот нижний цвет. Почему? Потому что если вы, допустим, замените тюльпаны на какие-нибудь другие цветы, ну или тюльпаны будут у вас другого цвета. Сейчас мы поменяем у тюльпанов цвет. Ну пусть, допустим, будет желтый. Не будем обращать в данном случае внимание на то, что поменялся цвет листьев. Хотя сейчас я его просто прокрашу быстро. Ну, в общих чертах как-то так. Соответственно, нужно будет поменять всю композицию, потому что если оставить плашку такого же цвета, как она была, так она какая-то вот такая розовая у нас была. Сейчас точнее. Была она у нас вот такая. То может, ну в принципе тут еще более-менее сходится, но может не сходиться по цветам. И понятно, что нужно будет поменять. Или это будут какие-то розы, там какого-нибудь белого цвета или еще что-то. Соответственно, в любом случае у вас может возникнуть желание изменить цвет. Таким образом, вы выбираете самую нижнюю плашку в этом шаблоне и перекрашиваете ее под ту, которая вам нужна. Как перекрашиваете? Как вариант, можно взять пробу с самих тюльпанов, но желтый в данном случае может тоже не очень хорошо смотреться. Здесь нужно подбирать. Конечно, это ситуативная вещь в плане выбора цвета, поэтому я вам показываю просто, каким образом это сделать, а вы уже в процессе разберетесь, как нужно именно вам. Либо точно так же вы прикрепляете к этой папке фон Hue Saturation, прикрепляете обтравочной маской. Ну или в данном случае можно не прикреплять, потому что это самый нижний фон, и все остальные слои это никак не затронет. И здесь уже меняете. То есть там желтый. Так, надо убрать фильтр отсюда. Все, поубирали все фильтры. И можете менять таким образом. Либо, как вариант, можете залить это, поставить карту градиента. Выставить в карте градиента нужные вам цвета. Так. Как редактировать карты градиента, если это нужно, пишите, я покажу вам в следующем выпуске. Все, таким образом можете поменять, закрасит. Это такие быстрые способы. Есть еще, конечно, тут масса, типа solid color, это одним каким-то цветом залить. Тоже достаточно действенно и быстро. Вы заливаете и все. То есть, как таковой, вам не нужно редактировать прям вот по отдельности все. Вы просто перекрашиваете какой-то один слой или добавляете какой-то слой, эффект, который это все перекрашивает, и в дальнейшем пользуетесь. Кстати, как вариант, вот зеленый отсюда взять немного, только его видоизменить. Ну, вот будет зеленое. По цветовой гамме практически ничего не будет нарушено. Будет смотреться точно так же целостно. Может там убрать лепестки, если они нужны. Ну тут еще блики нужно тогда убрать. И вот этот лепесток. Получится вот так. Таким образом можно работать с этим шаблоном. Что еще по вопросам, которые у меня были в течение недели? Было не так много, потому что рубрика новая, люди еще не пишут, не смотрят. Я думаю, в процессе будем развивать, появятся какие-то вопросы, на которые можно будет давать ответы. Был еще вот такой вопрос. Я публиковал в свое время шаблон такого рода. Он назывался, по-моему, Cinema, да.
Написала девушка, спросила, как мне нравится типа этот шаблон, но я бы хотела сделать его квадратным. Как его сделать квадратным? Единственное, что она мне показала, как она решила этот вопрос. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Так. Она решила вопрос кардинальным образом. Она взяла просто квадратную... квадратный файл и... вот так вот растянуло. Ну, то есть, естественно, таким образом делать нельзя, потому что вытянулось все. Вытянулись буквы, деформировались, деформировалось изображение, и деформировалось достаточно критично, когда видно, что что-то не так. Явно вытянуто. То есть, если бы было вытянуто хотя бы немного, вот так, ну, на глаз не каждый человек может определить, что здесь искажение есть какое-то. Она вытянула очень серьезно. В реальности делать нужно несколько иначе. Нужно редактировать сам шаблон. Я шаблон скачал и сейчас покажу, каким образом. Так, переключим тогда сразу в вариант с Daenerys. Вот. Идем в имидж. Так. Вот canvas size, это размер canvas, размер холста. Вот у вас есть ширина и высота. Высоту меняем на точно такую же, как ширину. На точно такое же значение, то есть 1440 на 1440. Выставляем. Далее что делаем? Далее все выделяем. Так, все слои, сейчас мы их сгруппируем, выделяем и подвигаем стрелками кверху, вот таким образом. Но это именно редактирование этого шаблона. То есть в любом случае, если вы хотите какой-то другой шаблон редактировать из прямоугольного в квадратный, нужно смотреть особенности, как расположены те или иные элементы, можно их так сделать, будет это смотреться или не будет. Я показываю именно на основе этого шаблона. Нам нужно что? Есть у нас маска. Вот эта вот маска, в ней расположена картинка дополнительная. Вот эта вот маленькая есть маска. Вот эту мы не будем трогать, этот элемент. Что у нас еще здесь есть? Вот эта плашка, мы ее тоже не будем трогать. И основная фотография. Следовательно, нам вот именно здесь нужно отредактировать только дополнительное фото и основное фото. Начнем с дополнительного. Самый простой способ как-то сделать, ну, мне пришел в голову. Возможно, это делается еще каким-то образом. Я думаю, что в фотошопе самое важное всегда это конечный результат. Хотя, ну, бывают просто какие-то вещи можно сделать удобней и быстрее. Я думаю, что это тоже достаточно немедленно. То есть мы рисуем в данном случае примитив. Почему примитив? Потому что он при масштабировании никогда не меняет своего качества. Ни по краю, ничего. То есть это у нас будет своего рода такая мерная линейка. Нам нужно повторить угол вот этого всего элемента, чтобы он был одинаковый. Тут в пиксель, может быть, или в полградуса у нас есть разница. Ну, попробуем с него. Выделяем через Ctrl, клацаем на пиктограмму вот этой нашей линейки временной и переходим на маску папки нижнее фото. Берем черную кисточку и вот этот вот уголок дорисовываем белую. Я неправильно. У нас там черная маска, соответственно, белым дорисовываем. Вот уж точно прорисовали. Сейчас будет видно, когда уберем. Пока линейку, наверное, просто отключим. Посмотрим, понадобится она нам или нет. И, соответственно, увеличиваем вот эту картинку. Ну, естественно, тут, конечно, придется уже выбирать, возможно, другие картинки. Здесь уже нужно будет идти в поиск и смотреть, какая картинка может подойти лучше для того, чтобы она встала. Вот здесь, например, пропал второй персонаж, пропали драконы. Можем заменить на какую-нибудь другую картинку с Daenerys. Ну, поставим какую-нибудь вот такую.
Я накачал предварительно несколько картинок. Вот. Она, в принципе, сюда вписывается. То есть здесь нет такого, что пол лица ей отрезали. И не видно, кто это. То есть, допустим, оставляем ее. Что у нас здесь еще есть? Есть вот такая фильтр. Фильтр в данном случае это градиент. Мы просто растягиваем его к низу. Он будет смотреться в любом случае. Не портит, по крайней мере, изображение. И остается у нас последняя папка, основное фото. Здесь маска, кстати, не привязана к слою. Стоп, стоять. Ага, эффекты. Так, эффекты нам не нужны. Да, это просто градиент. То есть мы ничего не делаем пока с ним. Мы увеличиваем основное фото, сдвигаем. Оно тоже вполне вписывается. Мы просто берем вот эту маску, передвигаем вниз, немного растягиваем. Маска просто отвязана от слоя. Отвязывается таким вот, когда между папкой и маской один раз нажимаете, появляется вот такое изображение цепи. Если есть это изображение, то маска привязана к слою, и, соответственно, если вы выделяете маску и двигаете ее, оно будет двигаться вместе со всем содержимым. Если не стоит вот этого значка, маска может передвигаться и редактироваться отдельно. В данном случае нам достаточно просто вот так вот сдвинуть ее, ну, либо увеличить, если вам хочется, можно чуть-чуть увеличить. И в итоге что мы получаем? Сейчас все это дело сохраним. Ctrl-Shift-E нажимаем, чтобы склеить. И смотрим варианты. То есть так, сейчас увеличим. Нет. Ну, то есть вот был квадратный, был прямоугольный шаблон, стал квадратный. Вот таким образом можно менять, по крайней мере, точно таким образом можно работать с этим шаблоном, с любыми другими изображениями. Единственное, что тут еще внутри, я сейчас обратил внимание, есть папка с эффектами. Эффектами здесь, под эффектами подразумеваются вот эти вот полоски. Я уже не помню, почему их эффекты назвал. А, шум здесь есть. Его, соответственно, конечно, тоже нужно увеличить. Его тут немного, как-то даже очень прям немного. Я прям не вижу при включении и выключении какого-либо изменения. Нет, есть немного муара дает, такого фотографического. Просто увеличивайте этот слой, то есть он был вот такой примерно, увеличивайте так, чтобы он покрывал всю картинку. И, соответственно, вот есть вот эти полосочки. Вы либо переставляете их немного, ну, смотрите куда. То есть здесь нет особой привязки именно по этим полоскам. Можете их вообще отключить, если они вам не интересны. Сейчас, минуту. Сообщение приходит ВКонтакте в процессе. Я извиняюсь еще раз за то, что в рассылке получилось, ушла не совсем та ссылка, которая была нужна. Я как-то разберусь, в общем, как правильнее сделать рассылку. И потом, как выяснилось, оказывается, нельзя рассылать ссылки по правилам ВК-ботов. Мне тут же контакт об этом предупредил. Поэтому, наверное, в следующий раз в рассылках будет, но что будет трансляция на YouTube канале, поэтому вам нужно будет просто в это время переходить на YouTube канал, допустим. Соответственно, проще, наверное, подписаться на YouTube канал и смотреть сразу там. В любом случае, я буду сохранять это видео и выкладывать потом в группе, и вы сможете посмотреть в дальнейшем это и в группе. Что еще по вопросам было? Сейчас я посмотрю, у меня тут папка, я откладывал. Ну был такой простой вопрос, как бы, человек спросил. Каким образом рисовалось, вот, ну как нарисовать такое вот, такую картинку. Давайте попробуем нарисовать. Ну, очень приблизительно хотя бы. Так. Какого она у нас размера?
Ну, в принципе, давайте попробуем нарисовать прям поверх нее самой. Будем работать с плашками, как раз чтобы набить руку, так сказать. Сразу выкрашиваем плашку в этот основной цвет. Почему с плашками удобно работать? Потому что они очень удобные в редактировании. И совершенно без потери качества вы в любой момент увеличиваете их, уменьшаете, делаете что угодно. То есть, если вы просто нарисуете какой-то элемент в фотошопе, вот, допустим, сделаете выделение, зальете его каким-то цветом синим и будете вытягивать, вот вытянем до какого-нибудь вот такого размера. Ну, здесь еще не видно, потому что разрешение 300, конечно. Ну, в общем, если вы будете туда-сюда вытягивать там или как-то редактировать, рано или поздно у вас появятся такие артефакты из пикселей на краях, как размытость. Сейчас. Вот так вот там. Допустим, четкости какой-то уже не будет. Поэтому это очень неудобно. Плюс каждый раз это перекрашивать, это выделять, там опять что-то или кисточкой, или заливкой брать это все перекрашивать. Это очень неудобно, на мой взгляд. То есть, если вам нужно работать с какими-то такими объектами, старайтесь пользоваться именно вот этими вот примитивами геометрическими. Они очень хороши. Можно рисовать ими любые вообще формы, но это уже другой вопрос. Я чаще всего все-таки сложные формы векторные рисую в иллюстраторе. Ну, мне так удобней. Я понимаю, что это можно делать и в фотошопе. Опять-таки, не все. Как бы не спорили некоторые граждане, прям все нарисовать, ну нет. Очень неудобно. Сложные фигуры рисовать кисточкой, пером в фотошопе намного сложнее, чем это быстро делается в люстре. Я не буду делать именно вот эти вот полосочки, я просто сделаю основной фон такой. Как рисовать полосочки, это надо показывать в иллюстраторе. Ну, у нас как бы не об иллюстраторе программа. Так, и что нам еще нужно? Нам нужно найти Юрия Гагарина. Это классическая его фотография. Ну, собственно, вот она. Копируем изображение. Переходим сюда. И теперь вырезаем ее. Так. Берем перо и начинаем вырезать. Опять-таки, чаще всего вырезают, ставят не shape, то есть объект какой-то, а path, путь. То есть вырезают без... Но я вырезаю так, потому что это вопрос привычки. Разницы я не вижу никакой в этом разницы особой. Может, кто-то меня переубедит, но постоянно там переключаться мне неудобно. Мне удобно, чтобы все время были включены именно объекты, а не пути. Поэтому я просто рисую кисточкой объект. Это вот, к слову сказать, это точно такая же плашка, как те, которые мы сегодня редактировали, только уже сложная по форме, потому что она нарисована от руки. А суть остается та же самая. Редактируется она абсолютно точно так же. То есть я ее отрисовываю, замыкаю. Все, готово. Что дальше? Дальше я нажимаю через Ctrl по пиктограмме, появляется выделение, иду на этот слой, через Ctrl-G копирую на новый слой Юрия Гагарина, вставляю его... Нет, прежде чем вставлять, сейчас мы сделаем еще одну манипуляцию с ним. Нам нужно сделать его... Мы его в смарт-объект преобразуем. Сделать вот с таким эффектом. Самый простой способ, на мой взгляд, применить здесь Gradient Map к нему. То есть карту градиента, соответственно, прилинковать обтравочной маской и отредактировать сам градиент. Возьмем вначале самый светлый участок, теперь самый темный участок. Получается вот так. Но здесь есть еще дополнительный цвет. Вот он, красный. И теперь нужно
подредактировать. Как-то так. Там единственное дополнительно явно в том изображении какой-то эффект вроде халфтона такого газетного добавлен. Ну или качество просто похуже. Получается ориентировочно как-то так. Выставляем. Что дальше? Включаем наш этот слой. Так, это переносим сюда. Под него. И теперь теперь у нас не получится так, чтобы залинковать и градиент, и самого Гагарина внутрь, поэтому здесь мы поступим каким образом. Здесь мы поступим, мы выделяем карту градиента Гагарина и еще раз преобразовываем это в Smart Object. Все, теперь это отдельный объект, который можно залинковать внутрь и сделать следующую еще манипуляцию с ним. Нам нужно, чтобы верх шлема его выступал отсюда. Тоже пользуемся самым простым решением. Возможно, не самым правильным, но оно в данном случае самое простое. А самое простое, оно всегда действенное. Просто выделяем у него верхнюю часть шлема, чтобы я не ошибся. Да, это верхняя часть шлема. И копируем ее. Она появляется у нас, соответственно, над... Теперь все вместе можем еще раз преобразовать в смарт-объект. Вот у нас получается этот объект. Юрий Алексеевич Гагарин. Улыбающийся, молодой и красивый. Ну и снизу, соответственно, можете либо подобрать какой-то текст, как это здесь сделано, либо написать свой текст. Тут еще одна плашечка есть. Так, еще одна плашечка черная. Копируем. Ой, собака моя возбудилась. Видимо, услышала что-то. Так. Ну, вот таким образом. Единственное, мы, конечно, не сделали надпись. Потому что это не шрифт. Это явно. Вот. Ну, или скопируем отсюда. Просто стырим ее. Гагарин Пати. Ну, это какой-то шрифт, в котором в буквах А дополнительно прорезали какие-то ракетки. В принципе, можно взять какой-нибудь жирный Proxima Nova и сделать точно так же. Так, тут маску удалим. Ну, получается вот... Смотрим. Немного по размеру у нас получилось побольше. Ну, эффект тот же самый. То есть, таким образом можно рисовать такие вещи. Это как применять дуалтон. Здесь, кстати, не дуалтон. Это получается карта градиента тройная была. От темно-бордового через красный к желтому. Или к оранжевому такому. То есть, это уже не дуалтон. Ну, получается такой вот поп-арт, в принципе, эффект. Смотрю еще, что было. Ну, больше как бы ничего пока никто не прислал. Это из того, что прислали за неделю. Поэтому на сегодня у нас все. Почти 45 минут мы провели. Я надеюсь, что в течение следующей недели я разберусь с моментами, как предварительно оповещать людей по поводу стримов. Пока что не получается у меня почему-то на ВК. Вернее, как не получается? Получается, ВК почему-то не хочет это без сбоев транслировать. Я уж не понимаю. Возможно, мешает музыка. Мне хотелось бы оставлять музыку на фоне, потому что она немного разбавляет тишину. Если когда я молчу, остается какая-то такая атмосферность. Это проще воспринимать на слух. Так что... Пишите ваши вопросы, присылайте, будем разбирать, показывать, разбираться, как это делается. Я планирую еженедельно по средам вести эту рубрику в 8 часов вечера по Москве. Продолжительность может быть разная в зависимости от количества вопросов.
Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал на YouTube, подписывайтесь на мои обновления, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Всем удачи и пока.